Siddhant Saraswati Vijayate Gauriya Goshthipati Bande Guru Padodandam Bhakta Binda Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nitta Ananda Sahoditam Se Nanda 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 Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vancha Kalpataru Vashyakipasindhu Bhavacha Patitanang Pavane Bhavishnavibhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vachalang Pangung Langhaitagirim Yatkipatam Hangbandi Paramananda Madhavam Vrindavai Tulsidevai Piyavai Keshava Sacha Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namah Narayana Namaskritta Naranchaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayo Madhir Sankirtane Krishna Kato Padesha Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagodvarun Deyam Sada Paribhavagnam Abhishtaduham Tethas Padam Siva Virenchanutam Saranyam Bhittatiham Panutapal Bhavadiputam Bande Mahapurushate Charuna Arvindam Yat Pada Pallavana Kachandamani Chataya Vispuruji Takama Pigavadushva Darshi Purunanuragara Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Ipam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare Ajanulambita Bhujau Kanaka Bodhato Sankirtanai Kapitaro Kamala Yataksha Visham Baru Dijavaru Jugadharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Vandito Dibha Rupam Bhuktin chamukdin chadada sinitam Bhavan rupe nasada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushita vam bhagam Narayano priyamanangamada puharam Varanasi Purapati Bhajavi Sanatam Vagisa Joshua Badane Lakshmi Jasya Chavakshasi Jasyaste De Sambhid Tvam Nishinga Mahambhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Этад ишанам ишасья пракритисто опи тад гунаир наджоджати сада атмастам ятха будхи тад асрая. Этад ишанам ишасья пракритисто опи тад гунаир наджоджати сада атмастам ятха будхи тад асрая. Гауди Гоштипати. Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад. Парамамса Джагат Гуру сказал, большинство людей считают, что Бхагаван придет, появится в нашей жизни в перемешку с Майей. Большинство людей считает таким, Бхагаван, конечно же, явится перед нами, но вместе с Майей. Гаудия Гоштхипати Шишрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамамса Джагат Гуру сказал, большинство людей считают, что они получат Бхагавана вместе с Майей, но Бхагаван никогда не явится таким образом. Он не явится в перемешку с Майей. Бхагаван, на него Майя не влияет. Его уровень — это Шудда Сатвика. Его уровень, он отличен от нашего, его, то есть тот план, на котором он находится. Мы думаем о чем-то, мы что-то делаем, и все осквернено материей, это нечистое. Но мы пытаемся, мы практикуем. Таким образом, когда мы достигнем вот этого плана, вот этого уровня Шудда Сатвы, при помощи тогда станет возможным Бхагават-сева и Гуру-сева. Сейчас мы практикуем, но это не настоящее служение. И я уже сказал много раз, как мы можем освободиться из уз Майи, как мы можем избавиться от анартх. И то же самое написано в Киртане. Не существует альтернативы милости саду гуру вайшнава. Только по милости чистых вайшнавов, по милости чистых парамаамс гуру вайшнава, у нас получится освободиться от Майи. И не существует каких-то других альтернатив. И также Бхагаван Шри Кришна сказал в Бхагавад-гите, то есть он сказал то же самое, те, кто предадутся моим лотосным стопам, только они смогут освободиться от Майи. Мама моя дуратая. Моя Майя, ее не преодолеть. Это невозможно. Тем не менее, те, кто предадутся мне, они могут освободиться от Майи, они могут ее пересечь. Но мы не можем видеть Бхагавана. Где Бхагаван? Но Бхагаван существует 100%, и мы можем это почувствовать. Мы можем почувствовать, что он здесь, но мы не можем его увидеть. Но мы можем увидеть Гуру Вайшнав. И Бхагаван Шри Кришна сказал в Бхагаватам, написано, Гуру Вайшнавы являются в этом материальном мире для того, чтобы спасти обусловленные души. Нунам означает нисчитамева, непременно. Посланники Бхагавана, они путешествуют по миру, и они смотрят, кто в каком положении находится, и они хотят помочь дживам спастись. Но когда у дживы много оскорблений в багаже, то это невозможно, конечно. Джанардан
его посланники, они путешествуют и смотрят, кто в каком положении, в какой ситуации. То есть они очень хотят помочь, спасти души, обусловленные души. Как Прабхупада. Прабхупада, он постоянно говорил харикатху, он постоянно писал статьи какие-то, устраивал выставки, фестивали. Все было своего рода ловушкой, при помощи которой он мог поймать обусловленные души и спасти их от майи, отправить их к Бхагавану. Но обусловленные души, они не хотят к Бхагавану. Мы можем вспомнить, как Нараджи Махарадж, он пожелал увидеть майю. Это там долгая история. Нараджи пожелал увидеть Бхагават-майю. Бхагаван сказал, однажды я тебе ее покажу. И однажды Бхагаван сказал Нараджи, я испытываю жажду, ты можешь мне принести воды? Он специально так сказал, это была своего рода игра. И Нараджи сказал, хорошо. Он стал искать воду. И пока он искал воду, он нашел колодец, но там была рядом красивая женщина. И она плакала. Она прям очень сильно плакала. И Нараджи спросил, что случилось. Она сказала, что она все потеряла, что у нее большие проблемы. И, в общем, пока он ей помогал, я вам очень кратенько сейчас расскажу, пока он ей помогал, он, в общем, вовлекся в майю Бхагавана. Это по милости Бхагавана все произошло, это лила. То есть они поженились, и потом детей завели, семья там полным ходом. После чего, по какой-то причине, Нараджи Махарадж, он потерял все. Жена умерла, потерял он всех детей, все умерли, и Нараджи Махарадж, он расплакался, и Бхагаван его спросил, а где вода моя, где ты был, почему ты опоздал? То есть много таких примеров, я вам всего лишь одну историю рассказал. То есть один риша тоже пожелал увидеть майю. Я думаю, что это был Рибу Риша. И Бхагаван вот он совершал баджан, и внезапно он обнаружил, что мир был потоплен полностью. И вот он был на берегах Пушпа-Бхадра-Нади, и он увидел, что больше ничего не стало, то есть он стал плыть. И внезапно он увидел дерево баньяна, и там был маленький мальчик, который был в ветках баньяна, то есть. И вот этот риша, он приблизился к мальчику, который там плыл. И то есть не поняла я. То есть с вдохом, выдохом он то есть возвращался и видел, что все нормально, что там река текла по-прежнему, а потом он видел, что опять все потоп. И наш Сваргарадж Индра, он совершил оскорбления какие-то, ему пришлось родиться не свинья, как по-другому сказать. И у него потом он женился, дети у него появились, вот он
питался испражнениями, и Брахма, он явился к Индре, сказал: «Твое проклятие закончилось, тебе нужно в рай возвращаться». Сказал: «О, Индра, пошли, возвращайся назад». И тогда Индра сказала: что такое рай?» То есть он все забыл, он не знал, о чем речь идет. И Брахма сказал: «Это очень классное место». И тогда Индра спросила: «Там есть испражнения?» И Брахма спросил: «Какие испражнения? Там амрита». «Не-не, я тогда не пойду, мне нужны испражнения. Если там нету испражнений, чем я буду питаться?» И Прабхупада написал одну историю в Упадешупакья. Брахма, он подумал: «Индра не собирается отсечь свои привязанности, он не готов покинуть этот мир». И тогда Брахма, он взял и вот детей Индры, и один за другим он их всех убил, и отец, он так страдать начал, то есть он видел, как на его глазах все дети его погибали. Брахма тогда схватил жену и тоже ее убил, и тогда Индра, он совсем расстроился, то есть я все потерял. И в итоге и Индра ему объяснил, Брахма объяснил ему: «Смотри, это не твоя настоящая форма». То есть он ему все рассказал. Таким образом, мы слушаем Харикатху, но она не входит в наши уши, и по причине майя она отражается, не заходит в сердце. Я начал со шлоки. Это прямое доказательство. Мы обусловленные души, мы в этом обусловленном положении по причине, из-за майи, то есть мы этого не понимаем. И когда мы встречаем садху-гуру Вайшнава, мы тогда, только повстречав Вайшнава, мы сможем освободиться, иначе это невозможно. И Бхагаван, он не как мы, несмотря на то, что он является сюда как обычный, в этом мире он являет себя как обычного человека, как Рамачандра, как Кришна. И мы видим, что Бхагаван, он совершает свои игры, как будто он обычный человек. То есть, прям как люди, Бхагаван, он ест, спит, злится. Вот почему Бхагават-лилы, они очень сладкие, сладостные, потому что Кришна, Бхагаван, он ведет себя как обычный человек. Но если бы он проявлял Айшварию, то тогда мы не смогли бы наслаждаться этими играми так, как мы им наслаждаемся сейчас. То есть и Бхагаван ведет себя прям как обычный человек. Бхагаван убил Путану, но он не призвал никакого оружия, ни Сударшан чакру. Он остался в форме маленького ребеночка, и Путана, она пожелала покормить грудью Кришну, и вот он ее убил. Забрал ее душу. То есть он не проявил какую-то форму особую, оружие не призвал. Когда явился Шакатасур, чтобы убить Кришну, то Кришна, он просто пнул его своей маленькой ножкой, и демон, он улетел в воздух и потом упал на землю и умер. И таким образом Бхагаван, он ведет себя прям как обычный человек, даже во время Расалилы. Вот почему мы так счастливы. И Парикшит Махарадж, он спросил у Шукадева Госвами: почему так происходит, что те, кто поклоняются
Бхагавану, Шри Кришне или, ну, в общем, Вишну Татве, почему, как правило, они все нескинчены, окинчены, как правило, они, у них нет ничего, никакого имущества, они бедные. В то время как те, кто поклоняется Шанкару, Браме, Деви, они богатые, могущественные. Почему так случается? Как правило, вайшнавы, они не хотят никакого имущества, ни денег, они живут скромненько, как бедняки, то есть они привыкли таким образом. Но когда кто-то поклоняется Ганеше, Картику, то они получают богатство. То есть почему так происходит? Все наоборот. И Шукадева Госвами сказал, Бхагаван, это не, он не принадлежит, он не из этого мира. Бхагаван, его реальность, она вне материального мира. Бхагаван, он пребывает в Ниргуна Бумике, он вне Майи. Бхагаван живет на Вайкунте. Он пребывает на Вайкунтхе. И там нет Майи, она не может даже дотронуться до этой реальности. И когда кто-то решает поклоняться Бхагавану, то, конечно же, ему нужно подняться до этого уровня. То есть, оставаясь в Майе, мы не можем совершать баджан Бхагавану. Шукадева Госвами дал такой ответ Парикшит Махараджу. Точно так же наши шудда гуру вайшнавы, они на трансцендентном уровне, они не как мы, не на материальном уровне. Поэтому, чтобы служить гуру вайшнавам, нам нужно будет избавиться, ну то есть пересечь Майю, подняться над Майей. Но мы же видим, что обусловленные души служат Гурудеву. Мы же видим столько много случаев. То есть, если вы проведете исследование, в Гаудия Бхаджане, вы увидите, что те, кто служат Гуру Падме, Парамамса, Гуру Вайшнавам, они, как правило, падают, потому что они служат Гуру Вайшнава, и они считают, что Гуру Вайшнава, они такие же, как и они. То есть Севака отводит Гурудева в туалет, и у туалета у Гурудева может быть даже там какой-то запор или еще что-то, и поэтому севаки развивают материальный даршан. О, как Гурудева может быть трансцендентальным, у него запор. И по причине этого материального даршана вот эти вот севаки, они падают. Большинство из них, если не больше 99%, то есть если не больше, то 99% они служат Гурудеву, но они не совершают Вани-севу. Если Гурудева апракрита, тогда мы об этом говорим, но когда Гурудева он материальный, то тогда не телесная сева, вапу-сева, не вани-сева, это все бесполезно, когда речь идет о том, когда Гурудев он садгуру. Например, представьте, что я совершаю вапу-севу. Вапу-сева, то есть с Гуру Падмой был по ночам, и я его отводил, то есть как Гуру Падма спал на кровати, я спал на мешке картофельном под кроватью, ну, рядом с кроватью. То есть как только Гуру Падма он поднимался, то как только он хотел сойти с кровати, то есть я сразу же поднимался, брал его, отводил в туалет, и я видел, как Гуру Падма соблюдал чистоту. Я не видел никаких недостатков в Гуру Падме. Однажды я практически совершил одну ошибку, но по милости Гуру Падмы
он меня исправил. Однажды случилось следующее. Я, ну, то есть у меня возникло сомнение, и на следующий день Гуру Падма, он просто сказал что-то, что мне объяснило причину, ну, того, в чем я засомневался. И Гуру Падма даже зимой, он, когда ходил в туалет, он соблюдал чистоту, то есть он просил меня поливать ему, поливать его водой, то есть руки, ноги. То есть он поддерживал, ну, такой стандарт высокой чистоты. Когда было очень холодно. И когда Гуру Падма, ну, он ложился назад в кровать, то я брал его лотосные стопы и вытирал, мыл его лотосные стопы, чтобы там паразиты какие-то не проникли. То есть я каким-то образом сохранил, мог понять, что его трансцендентную природу. Но, как правило, мы развиваем материальный даршан. И это происходит, потому что мы не служим ему, не совершаем вани-севу. Вани-сева, она должна параллельно идти вапу-сева. Вапу-сева должна быть поддержана вани-севой. Когда кто-то не понимает вани-сварупу Гуру Падма, то он никогда не достигнет успеха. И в большинстве случаев мы видим, что гуру-севаки, они падают. И если вы меня спросите, как достичь Бхагавана очень быстро, и ответ таков, служа гуру вайшнавам. А кто-то может спросить, почему тогда обусловленные души, почему Гуру Падма разрешает обусловленным душам служить ему? Он бы мог отказать. Гуру Падма дает возможность. Обусловленные души, они даже не могут увидеть Гурудева, они могут видеть его тело, они могут видеть материальное тело, но тем не менее Гуру Падма, он дает возможность. Таким образом, если кто-то будет совершать Гуру Севу от сердца искренне, то сегодня или завтра он осознает Вани Сварупу Гурудева и достигнет успеха. Как в случае Бхагавана. Бхагавану нужно какое-то служение. Что нужно Бхагавану? Но тем не менее, Бхагаван, он являет себя в форме божества и разрешает нам служить ему. Он дает нам возможность служить ему в форме божества. То есть он дает нам такую возможность. Хорошо, вы можете послужить. Он дает нам возможность избавиться от майи. Под руководством чистых гуру вайшнавов однажды мы осознаем Вани Сварупу Гуру Падмы и возвысимся. Вот поэтому обусловленные души, они получают шанс. Не все преданные, они как Куреш. Мы не можем ожидать, что все Куреш. Куреш, он был то есть совершенен. В Рамануджа Сампрадае там у них говорится, что Куреш — это Рама Амса. Рама, он явился в форме Куреша. И Рамануджа Ачарья — это Лакшман. И потом там еще другие Амсы, Бхарат и так далее. Я уже вам об этом рассказывал. Куреш — это был севака Рамануджа Ачарья. То есть мы не можем ожидать такого, что все в начале пути уже чисты. То есть сначала садана-крия, то есть практика саданы, то есть активность, это еще не баджан. И потом начинается садана-бхакти. И с момента садана-бхакти
То есть, когда мы вступаем на территорию садхана бхакти, это значит, что сварупа бхакти на нас пролила свою милость. И тогда кто-то может совершать гуру-севу. И чем больше гуру-севы вы совершаете, тем больше вы хотите служить. И вы никогда не устаете. Это признак того, что сварупа шакти, она появилась в вашем сердце. Перед восходом солнца мы видим красноту на востоке, и после чего мы видим, как восходит солнце. Таким образом, когда вы видите, что вы всегда полны энтузиазма, вы заинтересованы в служении, тогда вы получите силу, и одним прекрасным днем тогда вы обретете бхакти, полное бхакти. Шукадева Госвами ответил Парикшит Махараджу: смотри, полубоги, они пребывают в материальном мире. Начиная от Брахмы до нашей земли, все, все майя-мой, то есть это материальный мир. Майя-мой джагат. Это не чистое место. То есть чем выше планета, тем больше чистота. Но тем не менее, все, до самой Брахмалоки это все материальный мир. И оттуда можно пасть также. То есть если вы даже на Брахмалоке живете, вы не решили свои проблемы. Возможно, вы... Вам придется ждать миллионы и миллиарды жизней, и вы не найдете никакого решения. Единственное решение всех проблем — это вам нужно принять вот этот вот процесс. И если вы не хотите сегодня его принимать, то вам придется ждать огромное количество времени, и все равно вам придется следовать этому пути. Потому что нет альтернативы. Это единственный путь, это Бхагавад-бхаджан. Нету других путей. Хари, он вне материального мира. Он на Вайкунтхе. И обусловленные души, как они до туда могут добраться? И обусловленные души получают возможность служить Гурудеву. Они не квалифицированы, но по милости Гурудев позволяет им служить. Таким образом, вот эта джива, она может подняться на вот этот уровень, и она увидит, что Бхагаван, Гурудев, служение и тот, кто служит, все они находятся на одном уровне. То есть... Как Куреш. Он на одном уровне с Рамануджачари, Барадрадж, Рамануджачаря, Куреш, его настроение служения, его служение, все находится на одном уровне. Если кто-то вас попросит, вы, например, служите вашему Гурудеву, и кто-то вам говорит: я принес чистого молока, разогрей его и отнеси Гурудеву. Предложи это молоко Бхагавану и отнеси Гурудеву. Гурудева на третьем этаже, а вы на первом этаже. И вам придется подняться к Гурудеву на третий этаж после того, как вы закончите приготовление молока. Вы войдете в комнату Гурупад Падмы. То есть сначала вам нужно подняться к Гурудеву и спросить его, примет ли он это молоко. Но с первого этажа вы не можете начать у него спрашивать, а можно мне? То есть это очень простой пример. Сейчас мы на первом этаже, а Гурудев на Вайкунтхе, как Бхагаван. Бхагаван и Гурудев, и служение, и тот, кто служит, они все должны
на одном и том же уровне находиться. Тогда служение, оно возможно, а иначе служение, оно невозможно. Сукадева Госвами объясняет, объяснил Парикшит Махараджу, как ты можешь ожидать, что преданные Господа, они такие же, как и преданные полубогов. Преданные полубога, преданные Бхагавана, они, возможно, не сегодня, но завтра они должны будут подняться на трансцендентный уровень. И те, кто служат Бхагавану Шри Кришне, Вишну Татве, они не желают никаких богатств, они не хотят наслаждаться, они удовлетворены с Бхагаватсевой. По милости Гуру Пад Падмы мы получили немного вкуса Гуру Севи. У меня нет ничего. Это его милость, его величие. Каким-то образом я получил вкус Гуру Севи. Как маленький ребенок, когда он рождается, в нашем обществе иногда матери, они предлагают немножко меда ребенку новорожденному, потому что таким образом и голос ребенка становится очень красивым, если я правильно поняла. И также красят глаза черным карандашом. То есть дети играются там, а матери их силы берут и намазывают глаза вот этим черной мазью, чтобы развить зрение. И, в общем, я был очень удачлив, я развил этот вкус служения, удалось мне послужить вот этим всем вайшнавам или пообщаться с ними. Бхарати Махарадж напрямую, он мне не дал никакого служения. Они меня считали своим духовным братом, Тиртха Махарадж, Бхарати Махарадж, поэтому они мне не давали севу. И в Кришнанагар, в Матхе, однажды Махарадж, Бхарати Махарадж, если я правильно поняла, то есть раньше не было ограничений, но после, то есть севаки стали прям охранять очень сильно Махараджи. И однажды Бхарати Махарадж, он сидел рядом, то есть он, или Бхактиварап Тиртха Госвами Махарадж, он вышел из комнаты и сидел, и я просто спросила, что ты здесь делаешь, и он сказал, я смотрю на вайшнавов, вайшнавы съехались на Радхаятру, я вот смотрю, получаю даршан вайшнавов. И Бхарати Махарадж тоже был, ну, как бы можно было с ним пообщаться, а потом стало очень сложно. Севаки говорили только вот там в определенное время, в 10 часов, на 5 минут можно получить даршан. И вот мне посчастливилось послужить тоже каким-то образом, приводить с аэропортов, например, каких-то иностранных преданных. И я получил вкус к этому служению. Даже если мне перережете горло, я не забуду вкуса Гуру Севы, насколько это приносит счастье. Я помню, как я путешествовал по лесам Вриндавана. Из года в год я совершал эти парикрамы, и до сих пор мой ум, он не может забыть все это. Я получил вкус Нандаграм, Варшана. Какая красота! Я сейчас все это вижу как сон. Так, сейчас я очень занят, нет времени, но Бхагаван дает мне другого вида наслаждения. Я получаю общение с вами. И это был даршан Прабхупады. Прабхупада сказал, Бхагаван прислал мне их. Это милость Бхагавана.
он отправил мне их, ну, наверное, учеников своих. И тогда я получил эту возможность служить всем им. То есть это был Даршан Прабхупады. Мы ничто. Садхгуру считает, что он никто, что он ноль. Садхгур постоянно себя считает нулем. Он ничто, ну, в его видении. Прабхупада, он постоянно говорил, Бхагаван прислал их мне все. И я также говорю, я никого никогда не звал. Все пришли автоматически, как в случае Прабхупады. Прабхупада, он увидел даршан Панчататвы и нашей Гуру Варги. Он был в Йогапитхе, он совершал в Чайтанья-матхе, сейчас там Чайтанья-мат. Прабхупада, он там совершал первую намаягью, он вернулся из Пури, и Сахаджи, они в Пури случилась одна вещь нехорошая, то есть Сахаджи решили его избить, потому что Прабхупада, он давал такую катху тяжелую, что они не могли это вынести. Тогда Бхактинат Такур дал ему джапа-малу свою, и Прабхупада начал там совершать намаягью в Раджапатном. И там находится самади мандир Бхактиласттирти Госвами Махарадж, и там был Бхаджан Кутир Прабхупада изначально. И, ну, там он и сейчас есть рядышком. И Прабхупада, он совершал моноврату, читал Бхагаватам, готовил сам себе, клал просад на землю и ел без рук, как, ну, называется гограс, то есть ел только ртом. И он в процессе вот этой вот яги, он, Панчататва явилась ему с Гуру Варгой. Они ему сказали, тебе проповедую, тебе нужно начать проповедь. Но у меня ничего нет, ответил Прабхупада, у меня нет ни денег, ни людей. И тогда Панчататва ответили, мы все тебе пошлем, все, что нужно. И тогда по наставлению Панчататвы и Гуру Варги Прабхупада стал проповедовать. То есть стал на публике говорить харикатху и так далее. И вот также по милости Прабхупады и Гуру Варги также произошло в моей жизни. У меня не было, ну, то есть вообще ничего. Я как просил милостыню во Вриндаване. И вот как вот это все случилось, я не знаю. Я вас никого не звал, вы все сами пришли ко мне. И то, что Гуру Падма сказал такие слова, если ты искренен, если ты будешь совершать баджан, тогда автоматически Гуру Падма такие слова говорил, когда цветок расцветает, то пчелы автоматически они к нему прилетают, но при условии ты искренен, если ты совершаешь искренний баджан. То есть не нужно там какие-то экстра усилия прилагать. Само все произойдет. Я никогда вас не звал. И это все Бхагаван устроил. Вы все пришли ко мне, чтобы помочь мне совершать мою гуру-севу. И также Прабхупада говорил, они все мои гуру, они пришли мне помочь. Кто-то помогает мне финансово, кто-то мне помогает физически. Они все мне помогают выполнить гуру, севу гуру Гуранги. Вот такой был у него даршан. И Шукадева Госвами сказал, полубоги, они из этого материального мира. Они не за пределами материального мира. У Арджуна, начиная от Брамы и заканчивая последним насекомым, все крутятся в колесе самсары. Рождаются, умирают, рождаются, умирают. Шанкарачарья, он вайшнав, но он внешне проповедовал майяваду по приказу Бхагавана. И он написал многие вещи интересные. Дживатма оставляет одно тело, принимает новое тело, то есть рождается снова и продолжает скитаться по этим мирам. И нет на это никакого решения. Единственное решение всех проблем — это совершать харибаджан. Зачем вы хотите рисковать
и принимать другие рождения. Ни с кем не ругайтесь. Постарайтесь концентрироваться на собственном баджане. Прабхупада, он говорил столько много вещей, сейчас нет времени об этом, обо всем поговорить. Бхагаван Шри Кришна, он дает наставление Удаве. Бхагаван Шри Кришна сказал, что Вишва Прапанча, она в Майе. Удава, он не под влиянием Майи, но тем не менее Кришна, держа Удаву, ну то есть перед собой, он дает наставление всем нам. Я, вот эти шлоки я уже обсудил в предыдущие дни, я вам сейчас просто их прочитаю. Рабьякто еко байасас адьяха висвишта шактир бахудева бхати бижани йоним пратипадда ядват ясмин идам протам ашешамотам пату ятха танту витанастам витанатастам самстам самстаха. So, я эсо сансара таруху пуранаха карматмакаха пушпафале прасуте. One word I already discussed. Now I am going to recite the sloka. Айам хи жива сривит абджа джонир абьякту эко вайаса са адьяха висшишта шактир бахудева бхати бижани йоним пратипадда ядват ясмин идам протам ашешам мотам пату ятха танту витанастам витанасамстаха. Я эсо сансара таруху пуранаха карматмакаха пушпафале прасуте. Де ашвабиже шатомуло стри налаха панчаскандо панчарасаха прасути. Де ашо биже шато муло стриналаха панчаскандаха панчарасаха прасути. Дасайка сако ди супарно нира стри балкало ди фало арко правиштаха аданти чайкам фаламаша гридха граме чара екам араньявасаха хамсаха я екам бахурупам виджвайр майамайам бедо са бедо бедам. Last local meaning I need all other almost I explain. Только последнюю шлоку нужно объяснить, остальные я уже объяснил. Бхагаван сказал, что весь мир, он подобен ткани, соткан как прям как ткань. Ранее ткани они производились вручную, ну и сейчас вы в Навадвипе найдете до сих пор вручную создают ткани. И Кришна сказал, дживы исходят из меня, майя, то есть мир тоже, то есть я являюсь, проявляю себя в этом мире. Когда в детстве мы покупали разные, я так понимаю, леденцы, они принимали, но они были в разных формы. И маленькие дети, они были заинтересованы в разных формах, но леденец, он был всегда, ну, та же самая субстанция. И поэтому в мире тоже разные птицы существуют. Но если вы посмотрите на это, то есть, ну, как бы леденцы, они все одинаковые.
То есть земля, из земли вы можете создать посуду из глины. Но в итоге это все земля. То есть, да, различия, они есть. И вы можете видеть много всего. Но если вы копнете глубже, то все я. Напрямую или косвенно, все я. Таким образом, Бхагаван сказал, на что бы ты ни посмотрел, что бы ты ни обнаружил, это все я. Прям как одежда, как ткань. Куда бы ты ни посмотри, может быть, одежды существуют красные, голубые, белые, но все соткано из ниток. И Бхагаван сказал, этот мир, он сравнивается с деревом. Я вам уже объяснил. И это особое дерево, потому что его корни, они наверху. Потому что, но все живые существа, они тоже могут считать, что, ну, могут сравнить свои тела с деревьями, с деревом. То есть и желание, а не абилаш, он укореняет нас в этом мире. Если вы подождете 1000-2000 лет и посмотрите, понаблюдаете за деревом баньяна, то вы увидите, что его корни недалеко врослись в землю, и ветки тоже. И поэтому анябилаш и желания обусловленных душ, они заставляют врастаться в этот мир все глубже и глубже. И таким образом дживы никогда не смогут освободиться. Но если одним прекрасным днем они осознают по милости Гуру Падмы что-то, и по его же милости они смогут отрубить эти корни. И это я вам объясню в следующей шлоке. Личными усилиями, ну, то есть не освободиться от майи. Обязательно нужна гуру Крипа. Крипа чистых гуру Вайшнавов. Бхагаван говорит. В Упанишадах говорится о том, что на дереве сидят две птицы. Бхагаван немножечко по-другому здесь объясняет. Сначала я вам из Упанишад я вам скажу, из Святашватары Упанишады. На дереве сидят две птицы. Одна — это Дживатма, а другая — это Параматма. Дживатма и Параматма. Это тело, оно сравнивается с деревом. И на этом дереве растут разные фрукты, разные плоды. Сука и дука. Они сравниваются с фруктами. На манго растут манго, на ежевике растет ежевика, на дереве, ну как бы на кусте ежевики растет ежевика и так далее, на пальмы, на кокосовой пальме растут кокосы. И вот на этом дереве растут разные плоды сука и дука. И иногда вы счастливы, и иногда вы страдаете. Давно я вам привел такой пример. Случается так, что обусловленная душа, она счастлива очень сильно, а в следующее мгновение она страдает невыносимо. Один мальчик, я вам привел такой пример. Один мальчик сдал экзамены какие-то государственные в школе, и этот мальчик
Вот в одной семье был один вот мальчик, и он был такой умный. И когда все узнали результаты экзамена, то есть они все обрадовались, потому что у него были такие хорошие результаты. И семья, все в семье так обрадовались, они стали раздавать сладости. То есть там, то есть с отличием, он сдал экзамен с отличием. И родители были очень счастливы. И тогда мальчик сказал отцу: «Дай мне мотоцикл, я съезжу к другу своему». «Нет, я не дам тебе мотоцикл, потому что ты не умеешь на нем ездить». «Нет, ну дай мне, я вот сейчас быстренько съезжу». «Нет, я тебе не дам мотоцикл». И тогда мать, она вмешалась, сказала: «Ну почему ты не дашь ему на 5 минут? Он что, он съест мотоцикл, что ли? Он съездит быстренько, вернется». Мать встала на сторону сына. И отцу, что ему осталось делать, то есть процессом выборов было принято решение дать ему мотоцикл. В общем, он: «Держи, вот тебе ключи». И тогда мальчик, он сел на мотоцикл, сын, и отправился очень ехал он быстро, и на автостраде он его сбил большой грузовик, и он умер. То есть он не справился с управлением, и в итоге принесли такую новость семье, что ребенок умер ваш. Но 5 минут назад они были такие счастливые, а после они все заплакали. И вот это как работает материальное счастье. И я вам не рассказываю какую-то сказку. Это реальные вещи. Один ученик Бхакти Валбтирти Госвами Махарадж поехал в Чандигар. И преданные, они обрадовались. Гурудева приедет. То есть кто-то был очень счастлив, и, в общем, то ли я не поняла, то ли в аварию попал, то ли еще что-то, в общем, что-то случилось. То есть они были, у них была любовь материальная к Гурудеву, то есть они обрадовались там новости, что Гурудева приезжает. Но если была любовь, если бы была любовь трансцендентная, не могло бы ничего произойти. Если я думаю о Гурудеве, то со мной ничего случиться не может. Я был в Гималаях, там вот наверху, на самом Гумуке, там это очень опасная местность, и я не альпинист ни какой-то, я упал 2-3 раза. С горы, и он мне дал благословение там побывать. То есть и как-то я выжил. То есть невозможно попасть в аварию, если кто-то медитирует на Гурудева всегда. То есть и это является доказательством тем, что у них были отношения материальные, то есть любовь была к Гурудеву материальная, иначе бы ничего не произошло. Потому что если бы это было возможно, то нам тогда выкинуть нужно Бхагаватам в помойку. Потому что в Бхагаватам написано, что думает о гуру, кто-то памятует о садгуру постоянно. Если мой гурудев садгуру, тогда гурудев меня защитит всегда. И Нараджи сказал Друве Махараджу: «Если ты хочешь избавиться от всех проблем, то медитируй на лотосные стопы Гуру Пад Падмы». Мы видим Майю. Наш даршан, он таков, что в мангале мы видим амангал. То есть в чем-то благоприятном мы видим что-то неблагоприятное, а в неблагоприятном мы видим благоприятное. Гурудев говорит: «Оставайся здесь» или «Делай это». А ученик говорит:
нет, дай мне другую севу. А кто ты такой, чтобы тебе другую севу просить? Кто-то вот один преданный, он нарушил мое наставление, и вы вот увидите, что произойдет. Майя, то есть люди видят в Мангале Амангал, а в Амангале Мангал. А, мне, я не хочу жить в Майяпуре, я заболел, все, мне уже все надоело. Ты, Майяпур тебя сделал больным, но то есть ты болеешь в Майяпуре, значит, что твое настроение материальное, тогда кто в этом мире может тебя спасти? Ты совершил апарадхи, вот почему ты упал. И он... И вы можете потом получить информацию, что произойдет. И Бхагаван сказал, одна птичка, которая на дереве сидит, она постоянно вкушает плоды. На дереве растут разные плоды, счастье, страдания. А другая птичка, она сидит тихонько. Это параматма. Она, Бхагаван, он не вкушает плоды. Потому что плоды, они предназначены дживи. Ну, как бы, не то чтобы предназначены. Бхагаван говорит, я никогда не говорил никому вот этим всем заниматься. Вы сами себя вовлекаете в майи. И Бхагаван здесь говорит почти что то же самое. Те, кто заинтересованы в материальных наслаждениях, грамма-сук. Бхагаван сказал, те, кто заинтересованы материальным наслаждением, слышали вы имя Вритрасур? Вритрасур, когда он сражался, он сказал, когда он сражался с Индрой, он сказал ему, это своего рода был вызов. Вритрасур был великим преданным. И Вритрасур сказал Индре, если ты не заинтересован в материальных наслаждениях, то есть он бросил вызов Индре, если ты не хочешь наслаждаться, тогда выйди и предстань передо мной, а иначе убирайся отсюда и наслаждайся жизнью, как coward. Как трус. То есть, такие слова произнес Вритрасур. И настроение наслаждающего, оно делает из нас слабаков. Когда мы, у нас много желаний, мы слабы. Я видел пандитов каких-то, и я увидел, что у них есть кама внутри. Они внешние пандиты, но пандиты, они по своему собственному мнению, но настоящие пандиты, Кришна уже сказал, кто они такие. Если кто-то не понимает, как, ну, то есть какие действия его заточат в майю, какие действия ему помогут освободиться, то есть тот, кто этого не понимает, он не пандит. Когда в вас кама, это осквернение. И вот эта кама, она вас делает слабыми. Но когда нет камы, то человек становится бесстрашным, потому что у него нет желаний. Бхагаван сказал, если ты будешь медитировать на мои лотосные стопы, то не стоит ничего бояться, тебе не нужно ничего бояться. И также Кришна сказал Арджуне, Сарвадарма Паритьяджа. Ахантам Сарвапапеджо Мокшешамина Масуджо.
уже сказал. И тут также Бхагаван сказал: «Не думай ни о чем, я спасу тебя, не переживай, ты оставь все». Но ты же мне так много всего сказал. Да, я сказал, но ты сейчас оставь все. Что? Сосуд твой, он очень большой, и я не нашел другого такого сосуда, куда бы все это знание поместить. Гурудев постоянно ищет подходящий сосуд, прям как Вьясадева Госвами. Вьясадева Госвами, он знал, что Шукадева Госвами был подходящим сосудом. Поэтому все гурудевы, все садгуру, они ищут подходящий сосуд. Они наблюдают за своими учениками. Гурудева может видеть, что внутри. И гурудев хочет найти вот этот вот сосуд, где, куда можно поместить расу. А иначе линия вот эта вот, она прервется парампара. Слышали имя Равиндранат Тагор? Это Нобелевский лауреат Равиндранат Тагор. Он перед тем, как оставить тело, он не был преданным, но он слушал Харикатху от Прабхупады, от Бхактинот Такур, но он не стал преданным стопроцентным. То есть он развил какие-то идеи, но мы не можем назвать его преданным. И вот этот вот писатель-материалист, он столько много всего написал за свою жизнь, и он получил Нобелевскую премию, то есть за книжку Гитанджали. То есть он внес такой вклад. И мы также, когда были студентами, мы читали его книги. И сейчас я понимаю, его отец, Давендранат, он был занят, ну, Маявадой, и Равиндранат Тагор, он общался со своим отцом. И также он получил общение Прабхупады и Бхактинот Такура. И я вижу две концепции в его произведениях. И я, по сей день у меня книжка есть его на бенгали. У меня, конечно же, нет времени читать, но там две вот эти концепции присутствуют. Безличностный аспект и личностный аспект. И перед тем, как оставить тело, он написал какое-то эссе философское. Я хотел играть на инструменте долгое время. Что за инструмент? Ваше сердце сравнивается с инструментом. Прям как Рай Рамананда сказал Махапрабху, ты играешь на мне, на своем инструменте, и ты слушаешь меня, но сам ты играешь на мне. И вот этот вот Равиндранат Тагор, он написал песню какую-то. И, ну, я не могу ее пропеть. И он написал: «Я играл на флейте долгое время». То есть что это значит? Что я писал, всю жизнь писал, и он написал: «А сейчас кому отдать эту флейту? Кто на ней будет играть в том же, ну, ту же мелодию?» То есть это... «О, Вамси, о, флейта, где я могу тебя, с кем оставить? Я хочу оставить эту флейту тому, кто сможет продолжить играть на этой флейте в соответствии с моим желанием». И точно так же Гурудев, он ищет, кто мой представитель, кто может говорить о том же, о чем я говорил, не меняя ничего, без каких-то необилаших желаний, без желания камни, канчин и так далее. Вот Равиндранат Тагор, он написал вот эти вот слова: «Кому же отдать эту флейту? Кто на ней сможет играть ту же мелодию, которую я играл всю жизнь?» Смотрите, это материалист, поэт-материалист. Ну, не на 100% материалист, но тем не менее. Такое он написал. Кешава Госвами Махарадж хотел найти сосуд, и он то нашел Вамана Госвами Махараджа. И все садгуру, будьте внимательны, не только Вьясадева,
Вьясадева — это наш изначальный гуру, Адигуру. Но Вьясадева, он хотел найти подходящий сосуд, куда поместить всю расу. Все садгуры, они ищут подходящий сосуд. Они хотят поместить в него расу. И то, что, ну, то есть они хотят, чтобы эта раса распространялась без каких-то примесей. То есть то, что я не получил у Гуру Парампары, как я могу это раздать? Возможно, люди будут злиться на меня, но они не могут предстать передо мной и дать доказательства научные. То есть Сиддханта, она вне каких-то аргументов. Сиддханта — это не что-то придуманное в уме. Сиддханта, она поддерживается всеми доказательствами из шастр. И Бхагаван сказал, тот, кто хочет наслаждаться материально, то он будет вкушать эти плоды страдания и счастья. И Бхагаван говорит, что Парамахамса, он не вкушает плоды. Парамахамса, он пребывает в ананде. Он смотрит на плоды. Он смотрит плоды, они есть, но он их не вкушает. То есть он только получает счастье, испевая ананду, амриту. Это в Парамахамсе. Те, у кого Парамахамса Бхава, те, кто следует Парамахамса Гурудеве, то есть когда Гурудева благословляет, он дает все своему ученику. Тогда ученик, он может пересечь материальные оковы, материальный океан. Что говорить о майе? Майя — это нечто, что случится автоматически. То есть вам даже не нужно думать об этом. Это нечто такое, что произойдет автоматически. Это вообще, ну, какая-то дешевая вещь. Бхагаван объясняет, избавиться от майи, то есть очень легко. Очень легко вы можете пересечь майю. И Бхагаван говорит, тот ученик, он по благословению Гуру Пад Падме, он может осознать, то есть понять значение всех шастр. Как в Уджайне Сандипани Муни, он благословил Кришну. Когда Сандипани Муни увидел, как Кришна служил ему, и тогда Сандипани Муни сказал, «Сын мой, в любых обстоятельствах, в любых ситуациях ты будешь всегда помнить заключение всех шастр». Гуру благословил Кришну. Кто он сам? Кришна, сам Гуру. То есть думайте, размышляйте всегда глубочайшим образом, то есть идите в глубину, не слушайте просто как-то поверхностно и так далее. И не нужно ждать следующей жизни. Я вам обещаю, в этой жизни вы можете достигнуть совершенства. Зачем рисковать и ждать следующей жизни? Следующую слоку я объясню завтра, и мы потом начнем следующую главу. 13 главу. Завтра я об этом буду говорить. И с какой шлоки я начал сегодня? Старайтесь быть серьезными, не принимайте все поверхностно, иначе вы все потеряете.